Полагаю, что наступил момент для подписания мной соответствующего указа. Позвольте мне зачитать. Об исполнении полномочий президента Республики Казахстан. Постановляю, в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан, прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан. Второе. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Конституции Республики Казахстан, полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю Сената парламента Республики Казахстан с момента пронесения присяги народу Казахстана. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Конституции Республики Казахстан, по согласованию с Центральной избирательной комиссией, провести церемонию пронесения присяги народу Казахстана, вступающим в должность президентом Республики Казахстан, на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан 12:00 20 марта 2019 года. Настоящий указ входит в действие с момента подписания. Это мой последний указ в качестве президента.